Тысячи маленьких сосенок пополнили Лес Победы на территории Вачского района у озера Пурешево. Приживается большинство. Вот сейчас мы с вами находимся на месте, где уже более 5 лет высажены эти маленькие сосенки. Они были очень маленькие. Сейчас мы уже наблюдаем лесной массив деревьев, который через 10-15 лет создадут новый лес. На призыв помочь в восстановлении леса откликнулись и местные жители, школьники и волонтеры. Бережно сажая Лес Победы, они вспоминали о своих дедах и прадедах, ценой своих жизней, погасивших 72 года назад пожар Великой Отечественной войны. От нашего района ушло на фронт 16 тысяч человек. Очень многие из них не вернулись, и в честь, в память о их подвиге мы каждый год сажаем деревья. Эта акция уже проходит 5-й год. Соответственно, за это время посажено уже очень много деревьев. То есть план такой, чтобы за каждого погибшего на фронте нашего соотечественника было высажено по одному дереву. Посадили мы достаточно много, и еще будем продолжать сажать. Ели будут подрастать, будет в будущем новый лес. Правильно сажать сосенки ребятам помогают лесники. Ведь главное не количество, а чтобы деревья прижились. На 90% приживаемость зависит от качества посадки. Вот эта корневая система, да, корневая шейка, то есть прокол должен быть, соответственно, почти на 3/4 рабочей части. Акция «Лес Победы» – это продолжение большого экологического проекта фракции «Единая Россия. Вырастим лес». Уже более 5 лет единороссы помогают восстановить после пожаров лесной массив области. Работы очень много, и мы стараемся постепенно расширять вот вместо вот этих выгоревших деревьев сажать маленькие. Вы видите, какая маленькая сосенка, когда ее сажаешь, и насколько она медленно растет, потому что даже 5-летние деревца, они такие маленькие, совсем еще даже метра не достигают, но мы уверены, что будем продолжать эту акцию. Более 1500 новых деревьев появились в Вачском районе после проведения акции «Лес Победы». И самое главное, что этих деревьев год от года будет становиться только больше.